Российская авиация лишила боевиков ИГИЛ в Сирии комплекса мастерских по сбору взрывных устройств. Подробности нового успешного этапа антитеррористической операции рассказали сегодня в Национальном центре управления обороной. В провинции Алеппо мишенями нашей авиагруппировки стали замаскированные площадки, где боевики собирали бомбы и устанавливали их на машины, предназначенные для смертников. По данным разведки, их планировалось использовать для терактов в сирийских городах и атак на позиции правительственной армии. Всего за минувшие сутки самолеты ВВС России совершили более 40 вылетов и атаковали десятки объектов инфраструктуры экстремистов.